ему исполнился год. Прошло еще несколько месяцев, и ему исполнилось полтора года. 18 месяцев. Это возраст привязанности и любви. Ребенок начал проговаривать некоторые слова, смеяться, узнавать своего отца и реагировать на него. В этом возрасте отцовская привязанность к сыну бывает наиболее сильной. И тот, кто является отцом, помнит красоту этого возраста. Красоту проговариваемых ребенком слов, где недостает некоторых букв, или вместо них ребенок говорит другие. И это радует отцовский слух. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, зашел к своему сыну в предопределенное ему Аллахом время. Он зашел, а ребенок лежал на коленях своей матери. Его дыхание прерывалось. Он прощался с жизнью и встречался со смертью. Ребенка взяли у матери, чтобы отдать пророку, алейхиссаляту вассалям. Пророк положил его на свои колени. Это тот, кому он проявлял сострадание, любовь и радость. А сейчас он смотрит на него. Его дыхание прерывается. Он проводит последние мгновения своей жизни. Сердце пророка переполнено состраданием. И сейчас это сострадание проявляется в слезах, которые текут по его благородному лицу. Сподвижники видят посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, как с его глаз падают слезинки, подобные жемчугу. И Абдурахман ибн Ауф говорит: «Ты плачешь, о посланник Аллаха?» А твой пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит: «Это сострадание». И поистине Аллах проявляет милость к сострадательным рабам. Затем он обратился к своему сыну Ибрагиму. «О, Ибрагим, мы ничем не можем помочь тебе перед Аллахом. Если бы эта смерть не истина и неправдивое обещание, и наши последние не встречались бы с первыми, то мы бы оплакивали тебя не так, как сейчас. Но сердце скорбит, плачут глаза, а мы говорим только то, чем доволен Аллах». Ибрагим ушел из жизни, лежа на коленях своего отца, посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который пережил этот момент, проявляя довольство и смирение, чтобы это событие послужило примером для каждого отца, переживающего потерю сына. Поистине, это сцена проявления смиренности и довольства от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям.